В Мумидол пришла зима. В это время года в Мумидоме всегда тихо и спокойно. Мумитролли впадают в спячку. Мебель, люстры, часы и канделябры накрыты чехлами от пыли, будто тоже спят и во сне ждут наступления весны, когда проснутся хозяева и в доме станет светло и чисто. Но что это? Мумитроллю не спится, его что-то тревожит. Хотел бы я знать, что ему приснилось. А сколько времени? 3:20. Интересно, дня или ночи? Хотя, какая разница? Да, они стоят. Окна замерзли. Как там темно. Мама! Мама! Мама, пожалуйста, проснись. Папа? Папа! Мама! 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 Мама, что со мной случилось? Я не могу заснуть. Странно. Обычно я зимой не просыпаюсь. Вот это да! Весь дом покрыт снегом. Совсем не похоже на Мумидол. И так тихо.
Что это было? Наверное, лучше вернуться домой. Да нет же, в доме все спят, мебель накрыта, а мумитроли не сдаются. Жаль, что сну с Мумрика нет. Он сейчас, наверное, где-то на юге, греется под теплым солнышком. Да что там такое? Кто-нибудь, поднимите коробку! Да это же... Ну, конечно, крошка Мю. Мумитроль, что ты тут делаешь? Что я здесь делаю? Я услышал странные звуки и пришел посмотреть, что здесь такое. А ты налетела на меня, как лавина. Потом я поднял коробку. Да я не про это. Я спрашиваю, почему ты не впал в зимнюю спячку с остальными? Весна еще не скоро. Я знаю. Я просто проснулся и не смог заснуть. А ты как здесь оказалась? Ты тоже должна спать. Я тоже почему-то проснулась. Наверное, чтобы за тобой присмотреть. Я пыталась разбудить сестру, но она только храпит на весь дом, и все. Кстати, мне очень нравится снег. А мне не очень. Холодный, скользкий, слишком яркий, и он везде. А еще слишком тихо. Я видела Морру. Ужасное ледяное чудовище. Она здесь, наверное, как дома. И теперь она не может что-нибудь случайно заморозить. Она стояла на том холме. Так вот, кого я слышал. Да, и главная проблема в том, что она такая холодная, что даже не дотронуться до нее. Вот! У меня мурашки по всему телу. А что ты ожидал среди зимы? Нет, это Морра виновата. Посмотри, я весь покрылся гусиной кожей. Ведь летом кожа совсем не такая, правда? Это все не из-за снега, а из-за того, что она стоит там и смотрит на меня. Мне страшно! Вкусно! Правда? Пей сколько хочешь. В этом году было много ягод. Мы столько земляники собрали. Смотри, сколько сока мама сделала. Спасибо. Хочу это. Мамин серебряный поднос? Да. Зачем он тебе? Кататься с горок, конечно. Но это почти семейная реликвия. Все равно вы им никогда не пользуетесь. Зато смотри, как он отполирован. Скользить будет отлично. Быстро, быстро. По-моему, раньше весны они не проснутся. Везет же им. Все-таки несправедливо, что я вот так проснулся среди зимы. Что будем делать? Я хочу взглянуть на море. Отличная мысль. Надеюсь, хотя бы море не будет покрыто снегом. Достойный получился конь для королевы холода. Что такое? Я забыла поднос. Ничего, плавать-то на нем все равно нельзя, утонет. Еще как можно. Что? Как? Смотри, море! Оно замерзло. Значит, мы там покатаемся. А там что такое?
Тутики! Привет, ребята! Ты тоже не спишь? Ох, нет, мне жалко спать 4 месяца кряду. Почему? Мы с крошкой Мю только что проснулись и не знаем, чем заняться. Вы что-нибудь придумайте? Надеюсь. Я никогда не видел моря подо льдом. Это ты сделала коня? Я? А можно на него залезть? Нельзя. Я сделала его для королевы холода. Ага, понятно. Думаю, вы о ней слышали? Еще бы! Она очень красивая, но если посмотреть ей в глаза, превратишься в ледышку. Она не очень-то добрая. Так и есть. Пока королева холода здесь, весна никогда не наступит. Понятно. И ты надеешься, что она уедет на этом коне? Да, он увезет ее далеко на север, где она будет жить до следующей зимы. Потом она вернется. Какой-то не слишком крепкий конь, Тутики. Поэтому я полью его водой. Он замерзнет и станет тверже камня. А когда придет королева холода? Этого никогда нельзя знать заранее, но уже скоро. Может, этой ночью. Сегодня сильно похолодало. А что случилось с солнцем? Ты не знаешь, когда оно снова покажется? Оно ушло на юг, светит там для Снусмумрика. Но оно скоро вернется, и дни будут становиться длиннее и длиннее. Поскорей бы. Сегодня полнолуние, мы все-все увидим. Здорово! Я сбегаю за подносом, хочу покататься по морю. За каким подносом? Это поднос муми-мамы, но я собираюсь смастерить парус и кататься по морю. Давай завтра. Завтра? Ни за что! Когда я хочу что-то сделать, то делаю сразу. А вдруг лед растает или еще что-нибудь? Мне здесь нравится. Тепло, уютно. Надеюсь, муми-папа не против, что я тут поселилась. Это папин купальный домик. Он построил его своими руками, и ему было бы очень приятно, если бы он знал, что ты здесь живешь. Стекла здесь, между прочим, разных цветов. Смотришь в одно, мир вокруг красный, в другое — зеленый. Страшная королева холода идет. Она превращает в лед все, что видит. Давай, беги! Что вы там делаете? Тутики ловит рыбу. Если поймает, то сварит ее нам на ужин. Здорово! Я пошла кататься. Пойду посмотрю, что она там делает с маминым подносом. Давай. Клюет! Сорвалось. Как же там холодно. Получается? Вполне. Как вы залезли под лед? Просто уровень воды опустился, а лед остался. Как это? Не знаю. Может, когда море замерзло, был прилив, и лед примерз к берегу? Наверное, так и было. Тутики сказала, что зимой ест уху каждый день. Придумал. Пойду посмотрю, замерзла ли лошадь. Только дверь закрой. Ай! Палец!
Еще не совсем замерз. Если королева холода сядет на него, он развалится. Все холоднее и холоднее. Мора! Вы что, хотите покататься на лошади? Лучше не надо. Это для королевы холода. Я не знаю, что она может с вами сделать. А вдруг прямо в глаза посмотрит? Даже Морра боится королевы холода. А, теперь точно замерзла. Правда здорово? Да, скользкий поднос. Покатаешься? Спасибо, но я слишком тяжелый. Крошка Мю, заходи скорее в домик. Уха готова. Последите, чтобы не остыло, я сделаю еще кружок. Нет, крошка Мю. Почему? А вдруг королева холода придет? Но я так быстро катаюсь, она не успеет заглянуть мне в глаза. Нет, послушай, крошка Мю. Я думала, что главное не смотреть ей в глаза. А что, если ты не успеешь отвернуться, и она тебя поймает? Если мы спрячемся в домике, она нас не увидит. Крошка Мю, иди в дом, она уже здесь. Мы посмотрим из окошка. Не пойдет. Хочу разглядеть ее получше. Крошка Мю, не надо. Вернись. Не делай этого, крошка Мю. О, нет. Скорее, возвращайся в домик, пока не поздно. Королева холода! Повезло крошке Мю. Не знаю, как у нее так получается, но ей всегда везет. Надеюсь, с ней все будет в порядке, хотя зря она так шумит. Видела!
Где же ветер? Давай, давай, ветер, дуй сильнее! Где же ты? Крошка Мю! Пожалуйста, очнись! Очнись, слышишь? Подтаивай, крошка Мю! Не бойся, крошка Мю, мы тебя отогреем. Здесь тепло. Ты ожила! Ты вернулась! Так крошка Мю вернулась к жизни. Муми-тролль, конечно, сильно перепугался, но разве может кто-нибудь справиться с крошкой Мю? Муми-дани-но-фую-тте-тоттемо-фусиги-да-на! ミーはワクワク指導し、楽しいお客さんもやってきて、とってもにぎやか。次回、楽しいムーミン一家、ムーミン谷の冬の住人、お楽しみに。 She